Здравствуйте, меня зовут Анна Савелий, и сегодня мы будем брать интервью у Стрекова Андрея. Как вам понравилась экскурсия? Без слов на этот вопрос отвечают лица четвероклашек. Некоторые раньше уже бывали в редакции с родителями. Но как и кто делает новости, не видели еще ни разу. Сотрудники Бийской медиагруппы познакомили школьников с работой журналиста. Показали павильон, где проходит запись эфира. Сразу несколько регионов скопили... Так. А ты думала, здесь так все легко? Нет. Понравилось, что когда ты смотришь другого экрана, там все лучше, чем когда ты просто за обычным столом сидишь. Сложно там было, что бывает, появляется температура, и все быстро пролетает. Каждый побывал по ту сторону камеры. Но успеть прочитать текст телесуфлера удалось не всем. Зато дети брали друг у друга интервью и сами снимали весь процесс. Оператором хотелось быть даже девочкам. Можно меня журналистом? Давай, иди сюда. Бийская медиагруппа сегодня – это телевидение, городской портал «Я в Бийске» и, конечно, сайт и газета «Бийский рабочий». В этом году одно из старейших изданий региона отмечает столетний юбилей. На этой печатной машинке была написана не одна сотня статей. К истории журналистики в Бийске дети буквально прикоснулись руками. Они молниеносно освоили клавиатуру и быстро поняли, что ошибку здесь не исправить. Четвероклашки изучили еще и подшивку газеты «Бийский рабочий». Эти издания старше, чем родители ребят. Историю изучали по деталям. В старой газете искали свои дни рождения и считали, чем этот день памятен. Я нашла свои дни рождения. Это четверг, 15 августа, это 1976 год. У нас защиты растений какие-то там, не знаю. Про сельское хозяйство, тут разные про растения что-то. Они уже в каком-то смысле журналисты. Им все интересно. Стараются, чтобы в кадр мобильного телефона попало как можно больше. Ведь к масс-медиа это поколение тянется буквально с пеленок. У единиц нет собственного канала на Ютубе. Поэтому сегодня они не выпускали из рук телефона, чтобы сделать селфи и снять видео. Чтобы потом опубликовать все это в соцсетях с хэштегом «БМГ». Евгения Ежутова, Сергей Доровских, «Будни».